Друзья, всем привет! Наш любимый белорукий гиббон Гоша, маленький паучок. Все его знают. Я ему оставил он угощение. Сейчас посмотрим. Бери, бери, Гоша. Гошенька. Ай, какой красивый. Очень любит он попеть по утрам в зоопарке. Представляете, друзья, начинает около 5 часов утра свои песни. Только где-то первые лучики солнца появляются, Гоша сразу начинает петь. Ну, хороший он певец и актер. Утро в зоопарке начинается с пения нашего Гоши. А в течение дня, конечно же, продолжают песни все питомцы зоопарка. И львы, и лемуры. И тигры периодически напевают свои интересные тигриные песни. Поэтому вот такой вот чудной заводила зоопарка наш гиббончик Гоша. Не надо забирать, Гош, не надо забирать камеру. Вот позиру этого достаточно. Красавец. На канатах, друзья, управляется с легкостью. Он здесь такие виражи устраивает. Он настоящий эквилибрист. Стоит ему только захотеть попозировать, так он сразу начинает летать по канатам. Он и канатоходец, и эквилибрист, и гимнаст воздушный. У него профессий много. А еще Гоша мой хороший товарищ. Всегда, когда видит меня, оставляет посетителей. Ну, не надо забирать, не нужно. Что я потом буду делать без камеры? Оставляет остальных посетителей и бежит ко мне. Да, и вот такими различными фигурами перелетает с каната на канат. Вот так он издает звуки. Ему очень весело бывает, особенно когда приходит к нему наша любимая Татьяна Ивановна. Она может даже с ним погулять, по вольеру поиграть. Он словно мяч. Прыгает, скачет, веселится. И потом у него неуемное настроение. Он уже потом остановится и успокоится. Ну, не нужно, Гоша. И успокоиться не может. Потому что в нем играют эмоции. Да и вообще, он всегда весел. Редко, когда у него бывает плохое настроение. Или настроение, когда он хочет скрыться в домике. А обычно наш любимый Гоша, он тут всегда в прекрасном настроении. Всегда готов позабавиться, пошутить, поиграть и повеселиться. Ну и, конечно, как говорится, люблю повеселиться, особенно поесть. Вот, любит наш Гоша перекусить какими-то вкусняшками. Особенно вот если нам удается добыть для него манго или авокадо, так это все. Это самый счастливый гиббон на свете. Обожает сытное авокадо. Ну, сегодня авокадо у меня нет. Есть полезная для зрения морковка, которую он с удовольствием лопает. Ну и побежал наш паучок дальше по своим канатам. Смотрите, какие у него цепкие лапы. И передние, и задние. Передние у него как руки у человека. Да и задние, в принципе, тоже. Он ими легко управляется. Это бесхвостые обезьяны. Да и хвост он им не нужен. Он спокойно перемещается. Но зато смотрите, друзья, какой длины у него лапы. И руки, и ноги.
они значительно длинные. Тело небольшое, голова маленькая, а руки и ноги длиннющие. Из-за этого он как паук на самом деле и похож на него. Только у него 4 ножки, если сравнивать с паучком. Ну иди сюда, давай я тебе еще дам угощение. Иди, иди. Бери, бери, вот я тебе кладу. Красавчик! А здесь, друзья, много зелени вокруг. И созданы такие условия, как будто Гоша в родных своих краях, в родной своей стихии. Много зелени, много канатов, много преград. У него тут разнообразные тренажеры, вон висят и лианы. И, кстати, веревки изображают лианы, и ветки деревьев, и тут все, что хочешь. Как насчет яблочка, Гоша? Хочется, хочется яблочко. Бери. Смотрите, друзья, специально демонстрирую, какая длинная у него рука. Вон. Хороший Гоша. Яблочки, кстати, друзья, бахчисарайские. Я уже вам говорил в предыдущих роликах. Закупил. И теперь у меня угощений достаточно для всех питомцев. Могу ко всем прийти, а бахчисарайские яблочки вообще всем пришлись по душе. Скоро буду пополнять запасы, поэтому, друзья, придется поехать в бахчисарай. Ну что, еще? Гоша, Гошенька, Гоша, ну посмотри еще в камеру, а то меня ждут другие питомцы. Давай я тебе еще кладу одну морковочку. Давай, забирай. Какой, смотрите, какие он тут упражнения может сделать. И самое интересное, друзья, смотрите, как сидит на канатах, лианах. Вот так ухватившись своими цепкими лапками. И вообще он легко управляется с любым из канатов и с любой веткой. Ух, двумя ручками там. Ой, морковочка сладенькая, да? Вкусненькая. Красивый наш Гоша. Так что, друзья, Гоша всегда с радостью встретит вас. И вы всегда сможете с ним пообщаться. Ведь такого прикольного друга мало где найдешь. А я иду дальше. Ой, 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 подавился Гоша. А я иду дальше. Пока!